Здорово, имбанутые вы мои! Я вновь рад приветствовать вас, подписчики и гости канала. Последним, кстати, очень рекомендую подписаться, ведь у нас уже совсем скоро юбилей. А в этом видео мы будем играть за самую имбанутую имбу, причем не только в имбанутой доте, а и просто в пабликах, где играет на близ профессиональном уровне в районе аж целой 1000 ММР, а то и больше, и зитащат на том, кто вообще не контрится. Друзья, вы ждали, вы писали, вы надеялись. Так получайте же свою имбу, прошу любить и жаловать, Рики Ака Инвиз не контрится в имбанутой доте. Блять, расшалась удара! Ладно, парни, давайте я вас. Как ты меня, блять, убил с одного удара, блядь? Что, блять, почему форстак не работает? А, не понял. Не, сука! Я просто даже не могу с ботан уйти. А для тех, кто в танке, мы катаем в доту X100 Fixed, где все предметы и способности увеличены 100-кратно, а местами может и больше, но суть в том, что кастомка очень динамичная и фановая, в чем вы сейчас и убедитесь. Так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра, только сперва немного рекламы. Надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть! На сайте anylevel.com вы можете купить аккаунт с любым рейтингом, данные от которого вы моментально получите на свой email. А также вы можете заказать буст рейтинга для своего аккаунта с возможностью онлайн-контроля прямо на сайте. anylevel.com. Для подписчиков канала скидка по ссылке в описании. Я в ахуе тебе, я тебе говорю, давайте просто пиздить его, блядь. Вот, и он полетел уже. Беги, сука, беги! Смотри. Уже полетел, блядь, там. Ага. А, я понял. Ах ты собака, я тебя понял. Парни, знаете, что надо купить? Надо купить госгектор, короче, когда он будет Гос, давать просто... как-то культует, просто, да, но, типа, с чего ты взял, что... А там просто еще действует, как бы, имейл, дохуя, да? Как только он от себя, типа, ударит нас, мы, случайно, не умрем с первого же удара. Ой, ку-ку. Он сам... Нулевая секунда, да, крипы появились. С нулевой начинаем физить, парни, с нулевой. Че вы какие эти, циклоевые, ой, бля. А че он вас там убивает, вы что такие слабые? Да он... Рикимара, Рикишмара. Короче, урод моральный. А сколько он бочит? У него спину атака дополнительный урон идет. Да, у него типа 2 миллиона урона, нам нужно 2 миллиона вардов на него. 2 миллиона вардов? На каждый урон... поможет? Рикки, сука, имба. Ралды не дается, да? Мне наоборот много дало за то, что я крипа убил. Ну-ка, подожди, не убивай никого. Может, надо рядом стоять обязательно? Ну-ка, дай-ка я попробую. Чем, блядь, тебе помочь? Я не знаю. Помог! Ой, я нашел самую офигенную руну. Руну инвиза. Руну инвиза? Ну, на тебя нужно. Да! Я крипов за имбером теперь не могу найти. Крили, они просто гибнут все. Бля, ну так бля, ну парни, ну сорян, что я такой сильный. Интересно. Нихуя не произошло, понял. Ладно, парни, давайте я вас как ты меня, блядь, убил с одного удара, блядь? Так он же Вики! Здорово! У него в спину крит X100 от ловкости, ты что? Забылся, что ли? Дайте мне хотя бы одного крипа где-то. Что-то у меня аж в ухе засвистело. Он, блядь, не сгорает. От того, как вы бомбите. У него веточка выхиливает больше, чем он есть, нахуй. Он просто собрал эту. А долго эта хрень висеть будет? А я не знаю, я, блядь, думаю, она быстро берет. Я думаю, она теперь там навсегда, блядь. Блядь, расшал с удара! Ой, нахуй! Пизду, я сейчас горю, нахуй, с этой игры. Так, а что может помочь? Бля, у вас здорово. Бля, я знаю, что может помочь. А вы что, всю карту там завардили, что ли? Да. Нет! Ты что? Мне кажется, всю карту. В смысле всю карту? Парни, короче, буду вот так вот. Что ты там бегаешь? Бля. А будет кулдаун на ультиме? Ладно, короче, сорян, но я форста буду покупать. Форста. Собирай. Кто там хочет форстав собрать? Почему, блять, плюс 81 к урону всего дает Дейдалус? А то, что из чего он собирается, дает, блядь, 4600 к урону. Я, блядь, математику потерял немножко где-то. Баланс, парни, это баланс! Баланс вообще баланс. Парни, я знаю, как его законтрить. Ага.
Да, по-моему, никак. Да-да-да-да-да-да. Давай, начинай вот прямо сейчас. Правильный ответ – никак. Я знаю! Купите сумок, блядь, и ходите судаки, блядь, и все. Бля, слушай, это идеальная схема! Бля. Вот только смоков, по-моему, уже нету. Да, кстати, они тоже тут не особо бесконечные. А хули Рики подглотить проблемы? Я не понимаю, почему... Нахуй ты на его лапки повесил? Что, блядь, почему форстаф не работает? Рот хибал, блядь. Предупреждать, когда ультовать буду, серьезно? Ну да, почему нет? Хорошо. Пацаны, ультую. У меня лотар не работает. Питер, блядь. У меня работает лотар. Стоп, а как... я понял. Все, ты всех не убьешь. Это заявочка, пацаны. Кто тут бегает? Никто. А, я выкупил хитку, бля. Бэйбэкнулся? А Зимак умирает, нахуй. Бэйбэй. Ждите, ждите, парни. Да что ты там кастуешь? Ну, а батя на антимаге живет. Батя на антимаге живет, ты хоть что-то делаешь в этой карте? В этой игре? Я не умираю. Ты не умираешь? Бля, ну... В принципе, да. Аргумент. Сауна что-то дает. О, господи. Ага. Да отъебись ты, сука! Стой в инвизе. Делай как умные парни. Заебал, блядь. Пизду, я сейчас дисконнект нужен. Я просто даже не могу с фонтана уйти. Потомка, ты знаешь, что нужно делать, слышишь? Да, он еще убьет. Нет. Он где крипы убьет. Все? Где крипы? Твои крипы мертвы давно. А я всех до остальных спутываю. Ай. Это было больно. Я заберу. О, он тут! Нет! Сука! Да, парни, ну что вы как? Попробуйте тауэр сломать, парни. Каким образом? Волшебным, например. Пизду, блядь, этот тауэр. Тауэр не сломал, хуйню давали бы рейтинг, но я бы, блядь, пиздер. Где стоп? А, меня крип убил. Жесть. А, нихуя. Нет, стой, сука! Ага, Белла. Вы должны законтрить этого. Вы ж пятеро, ютуберы все. Кто тебя, сука, за язык тянул? Бля, нихуя эти там уроса. Не гони! А, я понял, как его убивать, парни! Не сгорать нихуя. Я его тоже как его сейчас убил, давай посмотрим. Убивает его Эмбер Спирит, когда я на него кинул первый скилл. Окей, понял. Увеличение урона на 400 тысяч, пол. Это ты на меня кинул. Стой, нахуя мне на него кидать? Я буду на тебя кидать, когда он появляется? На фантомку навесь. Накинь. Она, видишь, мясу. Ну что, друзья, закон подлости всесилен. Говорила мне мама, языком лишнего не ляпай, да не послушал и не пошел ее. Мои коллеги-ютуберы все же додумались почитать описание скиллов, после чего им не составило особого труда снести трон. Вывод – слушайте маму. Однако мне знатно удалось повеселиться, и в свою очередь я надеюсь, что это видео вам понравилось, и вы тыкните свой имбанутый лайк, а также на канал подпишитесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Друзья, в описании вы найдете ссылку на мой лайв-канал, где будут публиковаться полные записи этих игр, можете тоже подписаться. А здесь был имба-шоу и кастомка Dota X100. Пикайте имбу и тащите катки, друзья. Всем удачи! И законтрили, парни, красава. Вот,
парни, мы уйдем. Бля, я додумал уже такие-то хуйни. Эпик босс файт просто.